Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатуху. В рамках проекта «Расскажи, как я принял ислам» сегодня мы встретились с братом Абдул-Ласимом. Ассаляму алейкум рахматуллах. Брат Ласим, можно взять у вас маленькое такое интервью? Расскажите, пожалуйста, как, по какой причине, что послужило тем переломным моментом, что вы приняли ислам? Ассаляму алейкум еще раз. Переломным моментом мне просто стало интересно. Я прочитал вначале Библию, потом Коран. И в Коране было меньше. Мне Коран дался легче. И я начал углубляться. Сначала начал ходить просто в мечеть, повторять движения. И вот когда я первый раз лбом дотронулся до коврика, мне стало на душе тепло, спокойно. И вот после этого момента я уже полностью начал изучать. А дядька Нур Мохаммед помог мне в этом во всем разобраться. И в пятницу, на намаз я пришел и, получается, уже принял полностью ислам. А как к этому отнеслись ваши близкие, родственники, друзья? Ну, друзья все восприняли, потому что у меня друзья в основном мусульмане, кыргызы, казахи, кавказцы. А семья тоже поддержала. А что вы чувствуете теперь, когда вы стали единобожниками мусульманами? Ну, на душе стало спокойно. Весь кипиш, который раньше происходил, эти проблемы, они как-то ушли на второй план. Даже не стал задумываться, хочется на самом деле мелочи, да? Получается, в этом году, иншаллах, первый Рамадан, у вас будет первый год. А как вам дается изучение религии? Ну, мне вот говорю, дядька Нур Мохаммед очень сильно помогает в этом. Сам читаю. Когда в мечеть прихожу, мулы себя спрашивают, как правильно, что неправильно делаю. Начало. Закалашаем, кстати, Всевышнего благословит вас, дарует вам правильно.